Доброе утро! Пока жаркие дни, для одних повод отдохнуть, для других усиленный режим работы. Сегодня мы вместе с инспекцией по маломерным судам отправляемся в рейд. Цель поездки – проверка документов у судовладельцев, а также профилактическая беседа с населением в местах массового отдыха у воды. Вот практически вышли только в акваторию реки Чусовой. Первый же судовладелец оказался в поездке с нарушениями. В частности, у него просрочены судовладельческие права. Понимаете, да, что нарушено? Да. Стрельное право управления необходимо заменить. Штраф? По 1000 рублей. Минимальная сумма штрафа по данной статье Административного кодекса составляет 1000 рублей. Обращал внимание, что... Удостоверение закончилось, просто не знал, что прямо заканчивается срок годности. Вы, наверное, знаете, что во время движения спасательные жилеты должны быть одеты на вас, знаете, да? Во время движения? Во время движения. То есть, если вы завели двигатель, то нам необходимо одеть спасательный жилет. Вы взяли все для рыбалки и ничего для собственной безопасности. Мы не боимся за свою жизнь. Есть пустая бутылка в лодке, допустим, да? Вот и спас жилет. Вот если ее вылить в воду и в трусы засунуть, уже не утонешь. Знаете об этом? Считаю, что люди с точки зрения, если это касается транспортного средства, то уже дисциплинированы, а на воде чувствуют какое-то ощущение свободы. И что можно, ну, чего-то не взять, чего-то не доложить в судно. Ну, и иногда это оборачивается не очень хорошо. То есть погода бывает непредсказуемая, может налететь сильный ветер, лодку может опрокинуть. То есть спасаться надо самим, думать о своем здоровье. Следующая остановка инспекторов — микрорайон Пальники. Вот эта вот прибрежная часть. Здесь не санкционированный пляж. Между тем, людей масса. Антон Андреевич, но вот насколько в данном случае подвергают опасности себя отдыхающие? Ну, соответственно... Основная задача государственной инспекции по маломерным судам – это обеспечение безопасности людей на водных объектах. Нужно максимально, то есть, выбирать место, где будут знать, какой грунт на воде находится. Да? То есть выбирать температурный режим, то есть смотреть, то есть если вода у нас, значит, низких температур, то есть она тоже усугубляет, да, то есть может и ноги судороги свести. Соответственно, не оставлять людей, детей одних без присмотра, не употреблять алкогольные напитки, после чего заходить в воду. Вот можно подводить итоги рейда. Третий судовладелец, третье нарушение. Что в данном случае неправ оказался водитель? В данном случае судоводитель не обеспечил безопасность во время движения, то есть спасательные жилеты на нем, на судовладельце и на пассажире не были одеты. Штраф по 300 рублей.